Устала? Устала, говорю. Устала, значит, нужно передохнуть. А лучше даже, знаешь что? Лучше даже так, я думаю, что хорошенечко выспаться прямо. Как думаешь? Да, будет замечательно. Так, а чтобы нам хорошенечко выспаться, нам нужно что? Нужно лечь спать в хорошем расположении духа, да? В свежем, приятном состоянии, да? А я тебе помогу. Да. Я думаю, даже, знаешь что, давай мы с тобой для начала зажжем свечки, а ты пока отвлекись, подумай о чем-нибудь приятном. Какое у тебя там приятное событие намечается скоро? Вот, вот об этом. Так, сейчас свечки будут приятно пахнуть. Тебе знаешь, что есть? Такие вот бутылёчки. Это василёчек, а это липа. Гидролат. Я просто с помощью них поухаживаю за твоим личиком и с твоими волосами. Как ты на это смотришь? Приятные процедуры, да. Простые приятные процедуры, которые выспаться. Давай, наверное, начнем с твоего личика, да? Сначала, знаешь что? Я сначала его очищу просто мицеллярной водичкой. Как обычно. И потом мы попробуем васильковую цветочную водичку. Нет, все равно немножечко так. Почистить надо обязательно. Аккуратно. Все. Теперь я возьму василёк, его вот так вот аккуратно распылю по твоему личику.
хорошо воздействует на глазки. И я думаю, мы сделаем с тобой подглазки такие, как у пальчики. Он очень хорошо увлажняет и избавляет от отеков. И вообще считается, что можно вот этой водичкой прям промывать глазки. Я сейчас возьму ватный диск просто и, знаешь, что расти, так его разрежу пополам. Вот так. Части. И одну часть я смочу, а вторая мне останется. Я очень люблю так самоделать тоже. И сейчас я очень так обильно смочу. Разделю аккуратно. И вот этой стороной мы положим тебе под глазки. Так подойди. Под другую. Очень приятно, да, такое охлаждение. Теперь, я думаю, мы перейдем к волосикам, так твоим. Тоже их причешем перед сном. Так. Для этого я возьму гидролат липы. Замечательно подходит для волос. Он их делает более мягкими и придает блеск. Еще очень приятный такой летний запах. Я думаю, тебе понравится. Так, и мне нужна будет расческа. Смотри, какая она с редкими зубчиками. Как называют такие расчески? Скелетная, это, по-моему. Я не помню. Да,
новенькое. Думаю, что твои волосы как раз она подойдет. Попробуем, да? Сейчас я подойду к тебе поближе. Я беру спрей липы и аккуратно распылю их по твоим волосам. Готово. Приятно, да, пахнет очень. Прям какой-то такой сладковатый, да, медовый запах. Все. Много слишком уже и так. Много не надо. Теперь я беру расчесочку. И вот так. Получается влажная. Но на волосах особо запах не останется, а так может быть чуть-чуть. Вот такой запах, мне кажется, тоже вот этот василёчек, он такой более травянистый, а здесь он страны тоже нам надо причесать. Аккуратно. Такие нежные волосы. Да, на лето очень хорошо. Волосы немножечко так сохнуты. А тут улипки такой эффект идет, как восстанавливающий, увлажняющий, можно на лицо также.
Теперь можно снимать наш патч. Свежая, да, такая вот кожа. Надеюсь, тебе приснилось.